России. Ну что, поехала я в город. Но так как у меня на телефоне сохраняется видео, а камеру я отдала Арсению в аквапарк, то снимаю я на фотоаппарат. Напишите мне, пожалуйста, если вот там вот какое-то 2, может 3 минуты, если... Ой, ветер такой. Так, 2-3 минуты, если вот прям плохого качества, то я хоть буду знать, что на него уже снимать нельзя. Потому что так я смотрю на своем ноутбуке, вроде нормально все. Чтобы уже знать, выкинуть его нафиг и не снимать больше. Хорошо? Вот не знаю, как это дерево называется. Такие штучки хорошие. О, черным черно. О, они еще не все черные, еще красненькие есть. Эх, жалко, моих мальчишек нет. Ой, они любители. Вот школу отремонтировали. Ну, наверное, еще не до конца, наверное, к сентябрю. Но уже такая нарядненькая. А я сходила в аптеку за таблетками. Зашла, там фурнитуры кое-какой купила. Нет, выбора, конечно, ужасно. Плохо. Вот какой-то новый магазин пристроили. Вот сейчас зайду еще в строительный. Гайки мне нужны. Что бабушке нужно для счастья? Гайки. А потом на почту. Вот интересно, это сами сделали из мотоцикла? Или продаются такие? Это я первый раз вижу такой транспорт. Нет, вы мне посмотрите только. 4 килограмма. Леночка, ты чё ж мне такого наприсылала-то? А? Тяжеленную. Ну ладно, будем дома смотреть. Спасибо. Прям заинтриговала. Палочку на паутинку оставите, если он будет. Первый готов? Мам, подожди, это еще не все. Смотри, мужик, подожди, уберу. Давай мы с той крутые, смотри на маму, улыбайся. Несколько делай снимочки. Да, класс, покажи маме. Класс, покажи. Давай, улыбайся. Алексей, улыбайся, сынок. Готово? Да, дядь. Вот мы и приехали в аквапарк. Вот очередь. Стоим, ждем. Как пройдем, дальше покажу. Ну вот мы уже и внутри. Сейчас пойдем купаться. Субтитры сделал DimaTorzok.
Это детская площадка. Весело. Всем привет. Прямое включение из аквапарка. Сейчас я покажу вам здесь бассейн и горки. Здесь два бассейна. Один взрослый на 1.5 метра, а другой вот детский на 0.5 метра. Вот это детский. Тут детский, здесь фонтанчики, вот гриб есть, фонтан. Вот рыба. Сейчас пойду покажу вам туннель и большой бассейн. Вот большой бассейн, 1.5 метра. Тут течение есть, туннель. Там танцпол. А вот и горки. Есть горки с ватрушками, есть горки без ватрушек. Также есть ковры самолета. Вон. Ватрушки, бассейн. Вот такие здесь есть горки. Аттракцион Змей Горыныч, Хвост Горыныча, Баба Яга рулит. Потом Трон Ведона, Шторм, Богатырская горка, Царевна Лебедь. Они все различаются, есть круглые, есть закрытые, есть открытые, есть длинные, есть не очень. Есть с ватрушками, есть без ватрушек, как я уже ранее говорил. Вот здесь все меряется по сантиметрам, и те, кто меньше 100 сантиметров, детишкам получается бесплатно. До 130 сантиметров это будет подешевле, а все остальные это уже взрослые билеты. Вот как люди съезжают. Первая горка это самая длинная, самая скоростная здесь, рыжая. Она абсолютно обычная, фиолетовая, полностью закрытая. Сейчас посмотрим, как кто-нибудь проедет. Вот. Весело. Эй, стой. Вот бассейн большой. Опять же. Глубиной 1.5 метра. И зонтики. Вон горки большие. Зеленая открытая, фиолетовая закрытая. Потом желтая, это уже для ватрушек идет. И потом я покажу вам остальные горки для ватрушек. Здесь весело, мы здесь уже почти 3 часа и ни о чем не жалеем. Аквапарк очень хороший, Акваленд называется. Вон. Самая скоростная горка. Вот мы, значит, проходим. Здесь так спокойно, слушай. А вот уже детский парк развлечений. Здесь уже горки гораздо меньше, и детишкам как раз один. Также здесь есть в этом парке большое ведро, которое, когда наполнится водой, он выливается. Вон там, по крыше, сейчас увидите. Вот. Такие дела. Ну что ж, день подходит к концу. А я забрался повыше и снимаю для вас роскошные виды аквапарка Акваленд.
горки. Вот танцплощадка. Опять же горки длинные. Вершина аквапарка. Какой прекрасный вид. Весь аквапарк как на ладони. А вот самая длинная горка, наверное, не считая той оранжевой, о которой я говорил. А вот здесь у нас джакузи. Вот джакузи. Лежанки. Отдых. Ну что, мои хорошие, приехали мои из аквапарка. Очень им там всем понравилось, и маленьким, и большим. Вот, Арсений снимал видео. Бедный мальчик, думаю, господи, навязала ему это дело. Он вместо того, чтобы там купаться, ходил, снимал. Ну, парень ответственный. Все поснимал как надо. Так что вы его не судите строго. Мальчик старается. Он молодец. Вот, мало ли, кто-то, может быть, и не был никогда в аквапарках. Посмотрите, кому интересно.